ключевое направление, которое для нас является очень капиталоемким и с высокой степенью социальной значимости, это газификация. Самый большой проект, который мы планируем реализовать по и трудозатратам, и по социальной значимости, это называется проект Ржев-Нелидово. Основной целью является газификация Нелидовского района, Нелидовского муниципального округа, Оленинского муниципального округа и завершение закольцовки системы газификации нашего юго-запада. Также это газификация Жарковского района, у нас по проекту газификация Смоленской области, и три района, которые находятся на северо-востоке, это Молоковский, Макситихинский и Краснохолмский район. Все это запланировано на ближайшие 2 года. Считаем, что данные меры позволят повысить инвестиционную привлекательность, снизить риски по обеспечению теплом населения и потребителей, особенно в Нелидовском городском округе. Также вопросы, которые в этой программе отражены, являются социально значимыми. Это реализация национальных проектов. Это программа «Чистая Волга», оздоровление реки Волги и программа «Чистая вода». У нас активно участвуют самые крупные регионы. Для них это является особо значимым направлением. Такие города, как Ржев, Зубцов, Осташков, город Тверь, город Торжок, город Конаково. У нас работа, которая направлена на снижение сброса вот этих неочищенных стоков в главную центральную артерию Российской Федерации. Кроме того, мы говорим о консолидации активов. Это новый раздел программы, который в себе объединяет консолидацию электрических, тепловых и водоснабжения, водоотведения активов коммунальных, для того, чтобы мы могли повысить также устойчивость к снабжению и провести масштабные мероприятия по модернизации нашей региональной инфраструктуры.